За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи обратилось 332 человека. С ДТП вызовов не поступало. В круглосуточный стационар больницы определили 116 человек. Заболеваемость ОРВИ в городе низкая. В акушерском отделении на свет появились 3 младенца. Такова статистика медсанчасти номер 135. Инженерная инфраструктура эксплуатируется в нормальном режиме. Продолжаются работы по обеспечению придомовых территорий посыпкой и обработкой антигололедовыми реагентами. Вот. Продолжаем эксплуатировать жилой фонд в нормальном режиме. Культурная жизнь города кипит и полна новых событий. Систематически проводятся различные мероприятия, праздники и конкурсы для детей и взрослых. 18 февраля действует вторая областная выставка «Конкурс детского художественного творчества» в выставочном зале «Феникс» Весногорского историко-краеведческого музея. 25 января в 17:00 вечер встречи выпускников в детской художественной школе. Мы приглашаем туда. И также 25 в 19:00 празднуем День студента в Центре культуры и молодежной политики. В школах уже начали подготовку к новому учебному году. 26 января для будущих первоклассников и их родителей в школах пройдут дни открытых дверей. В средней школе номер 1 в 10 часов и в средней школе номер 2 и номер 3 в 11 часов. Оборудование центральной системы оповещения населения проверяется ежедневно и находится в рабочем состоянии. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.